Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня... Лёха, поздоровайся. Всем привет. И сегодня мы играем в дурака на телефоне. На телефоне играем мы, кстати говоря, ночью. Я уж хотел сказать, играем мы в как достать соседа. Не, мы сегодня играем в дурака. Короче, без хромакея просто... Лёха у нас ночной чувак. Короче, Лёха у нас ночной чувачок. И... дурака играем, вот без хромакея. Такое ламповое видео, да? Да. И это, кстати, первое видео, где я играю на телефоне с вебкой. И сегодня вы увидите, как Максимадзе останется в дураках. Ну, это мы еще посмотрим. Так... Дурак, это самая первая игра при вводе дурак в Play Market. Самая популярная. Да, самая популярная, мы ее скачали. Мы вообще на ПК хотели попробовать дурака там поискать, но не смогли найти того, который бы нам мог подойти. Смотри, как гладко идет. Бита. Наверное, переместить сюда помешается. Так, кого поставить? У меня одни старшие карты есть. Ладно, начнем с этой. Повторений нет. Ладно, можно еще так сделать. Ты зараза. Эх, ладно, бито. Короче, если... Короче, правила у этой игры долго объяснять. Поэтому, если хотите, почитайте в интернете. Ну, в общем, короче говоря, вон слева трефы или крести, как их еще называют. Короче говоря, это масть, козырь. То есть, я вот Лехе подкидываю карту, и он может либо поставить... старшую карту этой же масти черви, либо либо козырем, то есть любой карты крести. Но если я ему подкину карту крести, он должен будет сходить обязательно этой Оли. Тоже крести и старший. Если он не смог сходить, то ему придется забрать карты. Играем мы на 1000. Сейчас прям. Ну да, ставка одна. А, виртуальные, в смысле? Я уже думал, а реальные. Ну, ты всегда так думаешь. Значит, не обратил внимания на правый угол. Так, валет. Но мне настало время козырем ходить. Временами из колоды пока нам прибавляются карты, но с временем вон уже две карты в колоде осталось, и поэтому скоро колода закончится и перестанут нам добавляться они. Шесть, девять отдаем. 9, 10. 11 нету. 11 нету, есть валет. Должен быть, я имею в виду валет. У нас в обоих по две карты осталось. У тебя одна карта осталась. Ты должен ее поставить, либо... Чего ты думаешь, долго? Давай.
Ну, отлично, я выигрываю. Да, но я бы выиграл, если бы у меня король был, крести. У тебя просто да. последняя карта осталась, поэтому тебе повезло. Да, у кого первым именно заканчиваются карты, тот выигрывает. В эту игру можно играть также и вчетвером, к примеру, и втроем, но мы играем вдвоем. Так, сейчас у нас козырь — это черви, у меня только одна такая карта, и мне ходить только этим остается. Козырь я пока не отдам. Мы вчера, кстати, играли в эту игру с ним, и я сначала забывал правила, долго тупил, а уже потом, и когда уже я понял, как надо играть, так начал наконец-то тащить, а до этого он тащил. А сейчас тащу я. Со вчерашнего дня уже, которая победа подряд. Сейчас. Девятка. Ну, пожалуйста, десятка. Да, десяточка. Ну ладно. Ты зараза. Ладно. Ничего не остается. Мне нечем больше ходить. Понакидал мне карт, блин. Так, 7. Есть чем ходить. Козырных карт мало. Как видите. А, я хожу, блин. Что-то я заслупокал. А, все. Если подкидывать, то можно только либо шестерку, либо семерку. Запомните это тоже. Так. Подкидываем ему две карты. Можно подкинуть две или больше, если вот я подкину десятку, значит я могу еще одну только десятку. Любой мастер, неважно какой. Но именно десятку. Ну или та, которая уже здесь он имеется. Он короля, например, могу дать. Ладно, больше ничего не могу. Карты улетают нахер. Восьмерка. Ладно, придется использовать козырь. Бито. Так. Вот эту отдадим карту. Сейчас подкинешь вот это бито. Так, опять две карты в колоде осталось. Десятка, кстати, черви, это означает, что десятка последняя будет карта в этой колоде. Так, о, отлично, Лёха забирает карты. Как это не моя? А, да? Ну ладно, тут уж взять придется. Ой, я дебил, ты дебил.
Ничего, Дебил. ничего бывает. Дебил. Дебил, 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 дебил. Но зовут тебя не Кирилл. Давай, я подкидываю что-нибудь уже. А ты проиграл, Лёха, опять. Да потому что я думал, у тебя козырь, это туз козырный. В итоге он был у меня, я его выкинул. Так Проглядел. вот. А? Красавчик, проглядел. Да, я бы сейчас Так, следующий выиграл. раунд. И уже который раз подряд со вчерашнего дня его выигрываю. Так, шестерку он мне подкинул. Сейчас козырь крести у нас снова. Или треф. Крести или треф. И так, может, по сути, правильно. Так, а, я еще это могу подкинуть. А, нет, уже не могу. Это он подкидывал, оказывается. Я перепутал. Так, пожалуйста, девятка, девятка. Почему бы нет? Все равно козырную карту мне еще одну подкинули. Бубновые. Ну, королем только можно. Так, одинаковых карт нет, придется что-то одно подкидывать. Ну, бито. Семь, семь. Пиковая 7, 8 кладем. И бубновая. Черт, тут придется козырного класть. Если карта не треф в данном случае, то можно любую козырную подкинуть, даже если она младше. Вот так вот сделаем. Собака. Он красавчик. Так, одинаковых, увы, нет. Ни хрена ты. Ну что ж, тут придется только взять. А, нет, я мог же не брать. Там же не козырный туз был. Блин, вот я лоханулся. Но ничего, 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 ладно. А может я и правильно сделал, я что-то не помню уже. Ничего, ничего, ошибки случаются. Десятка. Ты зараза, Лёха уже выигрывает. Как это нельзя подкинуть? А ты проиграл, Лёха. Третий раз подряд сегодня. Жопу, жопу, жопу.
Да, Мне Леха. одно часто. Леха довольно много раз подряд меня вчера первый выигрывал, а потом я его начал раз выигрывать. И до сих пор он меня ни разу после этого не побеждал. Ну, еще, наверное, пару раз и на этом серию закончу. Да у меня 1000 осталось. А, еще и Леха разорится скоро. Офигеть вообще. Просто прикол. Итак, у нас теперь пиковый козырь. Давай. Окей. Ладно. 22 карты в колоде. Еще пока много. Ну, собственно, игра только началась. Будем играть в нее честно. Серьезно, тебе нечем ходить? А, это ж как, а, это ж козырь. Да ничего, ничего, у меня козырев много. Но я заметил, что у тебя их много, потому что у меня ни одного. Блин, тогда зря я тебе все-таки его сейчас отдал. Ну ничего, он только один. Ну и по колоде себе подкинуть может. Рано или поздно. Тоже он меня сейчас подкинет. Семь, 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 семь. Я могу только вот так сходить. Потому что треф у меня нет ни одного. За всю игру ни одного козыря не попалось. А у меня их еще много. Доведет это тебя до беды. О, еще один козырь мне подкинули. Ты угораешь надо мной, что мне все козыри, а... Ху-ху. Ну ладно, хотя бы козыри тебе не достались. Уже хорошо. Блин, одни козыри мне под... Ой, это... Не одни козыри, это были еще пока. Раз, два, три. Ладно. Леха меня сейчас поди подкинет то, чем я не смогу сходить. Потому что я все козыри ему отдал. Зачем? Но мне не о чем ходить.
Леха выиграл здесь. Он... Зря я ему козыри все сейчас отдал. Наконец-то деньги, деньги. Да, я надеялся, что Леха, я сейчас Леху разорю. Не разорил, я сейчас ладно, еще тычку выиграю. ладно, последний раз на эту серию. Да, сейчас я еще 1000 выиграю. Ну-ну. В этот раз козыри больше постараюсь себе не отдавать. Когда есть возможность их не отдавать. О, сразу нет. Так, каких бы подложить? Вот этого. Козырь пока не отдам. А то в прошлый раз это было большой ошибкой. Козыри ему отдавать. Больше я такого не повторю. Из-за этого я в прошлый раз и проиграл. Потому что козырь все ему отдал. Тузы, самые сильные карты отдал. Так. Король. Король. Леха, я так и знал, что он заберет. Ему нечем. Отбить эти карты. Ему придется их отведать. А не отбить. Так. Король, ты офигел, что ли? Но ничего, я могу их отбить. Если, конечно, он мне еще что-нибудь не подкинет. Это ты, скотина, нечем мне ходить. Как это нечем? У меня бубны одни остались. Блин. Чё, блин, тебе же лучше. Ты не понимаешь, мне не лучше. Ты ничего не понимаешь. Ну, не знаю, не знаю. Козыри, заметьте, кстати, всегда справа находятся, лежат. Зараза. Сейчас еще что-нибудь поди подкинет, там мне нечем будет. А, нет, не подкинул. Ему больше нечего было подкидывать. Ну, уже просто пожалел. Да, не надо жалеть. Я люблю, когда играем по-честному. Хе-хе.
Колода еще не кончилась, оказывается. Я уже думал, я выиграл. Блин. Ну ладно. Лишь бы отбиться, лишь бы отбиться. Нет. Как это нельзя подкинуть? Назад карту быстро отдали мне. Нет. Да в смысле перебор? Почему нельзя-то? Почему две дамы нельзя? Потому что у меня одна карта. О, спасибо. Эту я точно отопил. А ту бы не отпил. Нет. Нет. Вот козел, а взял на уши мне лапшу понавешал. Ну ладно, и монетки твои ну ладно, на потратил. сегодня закончим. Я выиграл 3 раза, он 2. Это очень хороший результат, я считаю. На сегодня все. С вас лайкосы и подписосы на эпичный видос. Подписывайтесь на канал Чё хочу то врачу, на мой стримский канал, в ВКонтакте вступайте, и всем Welcome.